Своя футбольная арена появится в Кустанае уже этой осенью в микрорайоне Северо-Запад. Причем ее аналогов нет в Казахстане. Сейчас здесь ведутся активные строительные работы, чтобы успеть все в срок. Почти 90% металлоконструкции. Где-то 90% металла – это покраска металлоконструкции огнезащитой. Стены почти что процентов 70, наверное, возвелись на АБК двух сторон. Параллельно ведутся работы, сантехнические работы, вывод канализации наружу. И вот сейчас приступаем к электрическим работам. Футбольное поле в манеже будет с искусственным покрытием, а его размер 105 на 68, что отвечает стандартам УЕФА. Арена будет вмещать себя до 3000 человек. Здесь будут разминочные залы, душевые, VIP-помещения, администрация и пищевой блок. Кроме этого, одна из особенностей сооружения – это крыша. Двухслойная мембрана, которая пропускает солнечные лучи и сохраняет тепло, при этом позволяет экономить на освещении. Как говорят подрядчики, самое сложное было возвести эту арку. В общем, металлоконструкция весит около 1000 тонн. На ее возведение были задействованы практически 80 человек, а высота самого манежа 28 метров. Это примерно как и 9-этажный дом. Как отметили в управлении спорта, прежде всего эта арена позволит кустанайцам заниматься футболом и мини-футболом круглый год, а еще проводить республиканские матчи. Хамза Нурпеисов, Екатерина Комиссарова, РТН.